Всем привет! Сегодня я расскажу немного о своей новой промодели. Это моя третья промодель от Footwork. Эта модель вышла в двух расцветках. Черные буквы, желтый фон и желтые буквы, черный фон. Два цвета. Многие спрашивали, почему здесь изображены пчелы. И суть в том, что дизайнер, который рисовал эту доску, Квадрат, он меня давно знает, и он знает, что раньше я любил Вутан-клан, и даже два моих самых, наверное, известных профайла – это «В театре абсурда» и «В Imagination 2», они под Вутан. Он вдохновился этой идеей и решил сделать здесь пчел, потому что, ну, все знают, кто знает Вутан, знает Вутан Killer Bees. Об этом их какое-то подразделение, но не будем сейчас в эти дебри вдаваться. А суть в том, что это ассоциируется с Вутангом. Вот, и он поэтому решил здесь их изобразить. Вот, в общем, такая идея. И мне она понравилась, мне понравилась расцветка. И хотя это достаточно простой дизайн, то есть тут просто фамилия, и просто несколько пчел, и буквы, и фон в виде сот, но, тем не менее, мне доска очень нравится. Вообще, из последней коллекции она мне нравится больше всего. Надеюсь, она вам тоже понравится. Вот, а теперь мы ее затестим.